Всем привет, дорогие друзья! С вами Андрей, и сейчас я нахожусь в Измайловском парке рядом с площадкой аттракционов. Недавно я посещал парк аттракционов Эльфити, прокатился на малом колесе обозрения, а сейчас я добрался до детского парка аттракционов Кроха. Еще одного места для детей в Измайловском парке, где также собраны различные карусели, развлечения, но уже для детей более младшего возраста. Это уже видно из названия парка. Если посмотреть вокруг данной локации, то можно увидеть, что территория, занимаемая аттракционами, небольшая. Это различные карусели, батуты, паровозики. В общем, все то, что нужно маленьким детишкам. А пока пройдемся по парку и осмотрим каждую достопримечательность отдельно. Все, погнали! Да, это не работает. Конечно, очень обидно, когда не работают какие-то аттракционы по причинам нам неведомым. В качестве примера я приведу вот этот вот поезд. Паровозик вообще оттащили в траву. Так получилось, что я приехал в парк в будний день, когда народу не так много. Очень заметно, что людей мало и что некоторые аттракционы, такие как батуты, пользуются не особым спросом в такое время. Но я думаю, что в выходные и праздничные дни здесь собирается много детей. Все, поехали дальше. We'll be right back.
Дорогие друзья, вот так и выглядит небольшой парк аттракционов Кроха в Измайловском парке. Если вам понравилось, тогда не забудьте нажать палец вверх, а также подписаться, если еще не подписались. Все, до следующей встречи, всем пока!